Родны мне по мысли и по чувствам. Прошу за стол, составим протокол о первом разговоре по согласию. Я к этой встрече с четверть века шел. Быть в послушании всегда под вашей властью. Уже понаслышке, не по букве, вас обниму роднее всех родных. От радости в груди, прижавшие руки, вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Не надо убеждать, что вы не здесь. В своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не перечесть. Вы жили, как и я, не без изъяна. Но ваша Божья обличение сила и авторитет мучения за Христа. В пустыне жизни 40 лет учился, а ныне час свидания настал. В пустыне жизни 40 лет учился, а ныне сейчас свидание настал. Уже не понаслышке, не по побытке, вас обниму роднее всех родных. От радости груди, прижавшие руки, вам улыбаюсь с этой стороны. Уже не понаслышке, не по букве, вас обниму роднее всех родных. От радости груди, прижавшие руки, вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. А вот интересно, ты найдешь, нет? Позаряди, я тебе строчки такое назову. Мне надо поэта узнать. Одна есть в мире красота. Красота. Любви, печали. Одна есть в мире красота. Пошло, наверное. Отречение. Любви, печали, отречения. Ну-ка давай, уже сама начала. Кто? Бальмонт. 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 Вот у меня стихотворение, чем-то похоже на него, идет, когда поэты, я давал там это, в литературном институте читал, с такой легкостью, такая интересная рифмовка. А вы, говорит, хотя бы осознаете это, я ничего не понимаю. Бальмонт, Константин, да? Константин. Прочитай полностью стихотворение. Одна есть в мире красота, не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта. Ни гор тяжелые громады, и ни моря, ни водопады, ни взоров женских чистота, одна есть в мире красота. Любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Все. А ты слышал про кошку у меня стихотворение? А вот найди. Для многих кошка не последний друг. Вот найди это. Есть где? Вот сегодня нас Никита проведет по стезе памятования о прошлом. Кошка не последний друг. В ютубе заряди. Что такое? Что? На связи Библии. Для многих кошек. Пожалуйста, Иван. Это не последний друг, и небеское чудо совершенства. У ног моих свернула спящий круг. Есть два версии, есть две версии. Есть на кухне, а есть вот здесь вот со всеми. Но. Вот белый это кто это? Веет электрической шерстью. Ласково играть, скрывая в каждой лапке 5 кинжалов, безжалостно сумеет покарать.
Когда они хвост как не другу прижали, без кошек комбо нашему амбару, каюк уюту в наших погребах, с мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Живой барометр уткнулся в непогоду, и загодя она спрятала к хвосту. На все такая тварь в хозяйстве годна, хотя и спит весь день, но уши на чеку. Малейший шорох распрямит пружину, и взгляд зеленых фар прорежет ночи тьму. Прыжок стрелой не менее ожина, и крысам не избыть смертельных мук. Без кошек камба нашему амбару, каюк уют в наших погребах, и бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Мурлычет, может, молится тому Христу, Спасителю, кого зовем на помощь. У кошки свой от Господа хомут, бьет диван кинжал и остро точит. Свобода наделенная эта тварь, и хвост не подожмет подстать собакам. Мышинам царствие безраздельный царь, на ней строгая жирная рубаха. Без кошек компа нашему амбару, каюк уют в наших погребах, сами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Иконы, идолы в кринках ли сметана, какая разница, ей лазить и сметать. О ней так мало в Божьем Писании, хотя за пользу можно дать медаль. И на голубятне у нещадного раскую подлость. Проходит время, подсыхают пятна. Мы с ней миримся, каемся чуть после. И амба нашему амбару, каюк уют в наших погребах, сами бой ведем мы с ней на пару. Легко считается? Вот у Бальмонта это была легкость стиха. Ну все, пошел. Значит, ты весь ресурс истратишь на меня. И вот таких песнопений, видите, примерно 86. Вот бард настоящий. Еще тут? А тут вы ссылку дали. Магия кошек, захват разума, параллельная цивилизация какой-то. О, это так, такой есть ролик. Хлопцы, я ухожу. Она, мы помолились? Без салата не помолились. Господи, ты дивно не с вами туда. Благословил Ориона в пути, возврати его с миром, брата Акима. Пошли, добрые жители. Благослови отец Владимир с детьми, сохрани его. И нас помилуй милости твоей ради. Развей нападающих, обрати их на путь истины. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Уходим. Уходим.